Жители поселка Кирпичевский приглашают вас принять участие в предварительном внутрипартийном голосовании от партии «Единая Россия». Просьба принять личное участие в определении кандидатуры от партии «Единая Россия» на пост губернатора Ленинградской области. Сегодня в помещении Дома культуры с 12 до 20 часов. При себе иметь паспорт Российской Федерации. В предварительном голосовании могут принять участие все жители, имеющие прописку в Ленинградской области. Даже не ожидали, очень активно. На 2 часа у нас было 114 человек, но вот сейчас не могу сказать, потому что мы прошли дом престарелых. В районе 150 человек уже есть. А, то есть это большая явка? Ну, да, я думаю, да. Понятно. Ну, а вы свой выбор сделали? Я еще нет, не успела, паспорт лежит. Пока еще не успела. Ну вот скажите, какими качествами должен обладать вообще губернатор, по вашему мнению? Не знаю. Мне кажется, хороший быть человеком, с большой губернатором, и болеть душой за свою родину. Ну, понятно. Хорошо. Спасибо вам большое. Как вы видите, кто должен быть губернатором? Что за человек? Я вот знаю, что вот Дрозденко. Да. Потому что я его знаю. Он сын мне. Угу. Я с ним вместе работала. Угу. Я агрономом работала в Агробалте с 66-го года. Его до 2002-го. Угу. В 2000-м шла на пенсию, но еще на пенсии 2 года работала. А так как я его человека знаю, что мировой парень, угу, с ним... Можно идти хоть куда. Ну, вот, а может быть, какие качества, вот если вы его знаете, как раз и нужны губернатору, по вашему мнению? Знаете что, как вам, даже выразиться не могу. Ну, знаете что, он такой человек, что с ним можно любой вопрос решить. Пришел, вот зашел, на него только посмотрел, аж растаял. И все вопросы решаются. Информированность хорошая была? Очень, даже за неделю, наверное. Повешен на каждом дому и сад. Прочитал, надо идти. Скажите, пожалуйста, вот вы были в самом начале. Как много народу было? Какая активность вообще граждан? Ну, прямо в 12, да, несколько человек были. Если посмотреть по спискам, там сейчас уже около 30 человек проголосовали, а еще часа не прошло. Угу. Поэтому в Пасамирже очень активно, достаточно активно голосует население. Причем разных возрастов люди. Угу. Я думаю, что... Но вы участвовали во многих выборах, и радует ли вот такая активность лично вас? Лично меня всегда радует активность людей в любом ее проявлении. Прощение, скажите, а вот по вашему мнению, какой губернатор, какие качества губернатора должны быть? Вот сейчас у нашего нового губернатора, которого будут выбирать, какие качества? Качество в первую очередь, чтобы заботился о людях, в первую очередь на себе, о молодежи в первую очередь, потому что старики зависят напрямую от молодежи, которая будет проживать на селе. Самое главное, чтобы работали больше программы по обеспечению жилым помещением молодые семьи. Хотя сейчас как бы проводится, это реализуется программа, но как бы хотелось бы, чтобы привлекали больше учителей и воспитателей, врачей, молодых специалистов. Ну, вот у кандидатов, за которых вы сейчас голосовали, одного из них, есть вообще такие качества? У кого есть? Я точно знаю, есть. Потому что с этим человеком общались и непосредственно и по работе, и так, как бы приезжал к нам очень много раз. Многим помогал, это я точно знаю адресно. У него помощь адресная очень много. Так что я сделала свой выбор. Спасибо. Самое главное, был честный. Но из тех, которые сейчас представлены кандидаты, как вы думаете, есть? Есть. Есть, да? Хорошо, спасибо. По вашему мнению, вот выборы такого плана, предварительный праймерис, нужен вообще? Что он дает вообще? Я так думаю, что, конечно, это дает депутатам.
депутату, которого в конце концов выберут. Уверенность в том, что он не депутат, а губернатор. Кандидату. Кандидату, да. Дает понять, действительно, стоит, не стоит, есть у него шансы, нет. То есть, я так думаю, придаст уверенности уже на выборах. Поэтому, мне кажется, вот такая вот процедура, она, конечно, новая для нас. Я вообще первый раз в таком участвую и сталкиваюсь с этим. Поэтому я так думаю, что это так, вот она поможет именно в этом определиться. Ну и потом, поскольку внутри партии выдвинуто очень много кандидатов, я думаю, что и руководству партийному тоже будет удобнее кого-то одного выдвигать, именно зная уже, кого нужно выдвигать, мнение избирателей и так далее. Поэтому я так думаю, что, конечно, они вот такие предварительные голосования необходимы. Ну скажите, вот по вашему мнению, какими качествами должен обладать губернатор вообще? Ну, я не знаю, какими. Такими, которыми обладает исполняющий обязанности губернатора. Вот он как раз должен обладать именно такими качествами. Понятно. На мой взгляд. Понятно, спасибо. Потому что это мое личное мнение, и я глубоко в этом уверен. Вот ту модель, которую предлагает «Единая Россия» по праймеризу, она оправдана, она понятна народу, как вы считаете? Ну, она очень простая и понятна. Это, в принципе, как тренировка перед выборами, условно говоря. Поэтому здесь нет никаких сложностей. Хотя по исполнению она самая сложная, первая модель, потому что это практически импровизация, то есть праймериз, это практически выборы, да. То есть сегодня, ну, рабочий день, сегодня, ну, правда, участки будут работать до 20 часов, поэтому все граждане, которые хотели бы уже прийти, проголосовать и показать свою, ну, уже как бы готовность к выборам 13 сентября, напоминаю, это уже скоро будет. Вот. Поэтому я сегодня с удовольствием приехал в Пустомержу. Сегодня очень большое мероприятие, вы знаете, проходит в Волосовском Кигисеппском районе семинар АПК, агропромышленного комплекса. Его только что закончилось уже практически мероприятие в поле. И я вот приехал в Пустомержу, как настоящий житель этого поселения. У меня прописка пустомержского сельского поселения, пожалуйста. Вот станция поселок Веймар. И я хотел сегодня проголосовать именно здесь. Можно было проголосовать сегодня и в беседе. Там был тоже избирательный участок, можно проголосовать в Кингисеппе, в городе, доехать, сейчас еду на работу. Но душевный посыл был проголосовать здесь, потому что здесь я на этой территории живу уже 26-й год. Первый мой рабочий день был в совхозе «Агробалт», когда я закончил институт, поэтому для меня это родная земля. Ну, я думаю, спрашивают по поводу того, за кого вы проголосовали. Это секрет. Большой секрет. Тайна голосования. За самого достойного я проголосовал. По вашему мнению, какими качествами должен обладать будущий губернатор? Ну, губернатор должен иметь очень огромную силу воли, очень хорошее здоровье, очень дальносрочные планы. Видеть не только сегодняшний и завтрашний день, заглядывать далеко вперед. И, конечно, за ним должна быть настоящая сильная команда. Скажите, а такая форма организации выборов, когда партия интересуется мнением своих избирателей при выборе достойнейшего кандидата, она считается, как вы считаете, она оправдана? Ну, конечно, она оправдана, потому что как-то она подает то, что нас интересует. А вы были на встрече кандидатов 5 июня? Да. Были, да? Да. Как вы считаете, все из тех, кто участвует сейчас в праймерис, достойны бороться за право быть кандидатом в губернатора? Нет. Нет, да? Я считаю, что кардиологу, врачу там делать нечего. У него своя специальность устроена. А у Дрозденко он как-то более-менее обширный. Он у всех, он и спит. Он все. Все понятно. Да, все понятно. Все остальные так. Два Петровых, они из ЗАГС собрания. Да, и вот и непонятно, конечно. Я лично, конечно, зачем они здесь? Скажите,
А в целом, какими качествами, навыками, знаниями должен обладать губернатор Ленинградской области? Как ну, он должен быть, у него обширные знания должны быть и в транспорте, и вот в сфере обслуживания. В общем, любой вопрос, какой бы задал, он мог бы что-то и ответить. И он хорошо отвечал, когда задали ему вопрос. Так что лично мы за него. Вы за него, да? Да, он как-то и к людям хорошо относится. Так что это мое мнение. Дмитрий Владимирович, скажите, пожалуйста, ваше участие в предвыборной гонке «Единой России» – это уверенность в том, что вы готовы взять на себя ответственность за жителей целого региона? Или это ваше подтверждение линии работы «Единой России»? Здесь дело, на самом деле, не в «Единой России». Я уже сравнительно давно работаю в органах власти и исполнительных законодателей, поэтому у меня есть достаточно большой опыт работы. И я хочу изложить и свои программы, и свои тезисы. Вот я их изложил, в принципе, на агитационных площадках. Я говорил о местном самоуправлении, о том, как наполнить это местное самоуправление финансами, о тех сферах, которые вышли за сферу деятельности местного самоуправления, о молодежных программах и о многих-многих других моментах. То есть именно на этих площадках я излагал свои программы для чего? Для того, чтобы тот из кандидатов, который победит, который будет сильнейшим, и взял также во внимание и мог при моей поддержке, при моем участии реализовать. Поэтому для меня важно больше там не политическая часть, а программная часть, чтобы мой опыт и мои, скажем так, способности, возможности учли в дальнейшей работе, были учтены губернатором Ленинградской области, тот, кто станет победителем. Потому что, вот смотрите, среди всех нас участвующих достаточно все симпатичные, профессиональные люди, но каждый профессионал в своей сфере. Татьяна Тюрина, она заслуженный врач, она знает хорошо медицину. Например, Денис Седов, он всю жизнь работал с безопасностью, я всю жизнь работал с местным самоуправлением. Вот если каждый из нас несет положительную пассивную лепту в дело развития Ленинградской области, то я думаю, что каждому жителю нашей области это пойдет только на пользу, и, соответственно, губернатора, который будет всем этим процессом руководить. Потому что губернатор должна быть сильная профессиональная команда. Я считаю, что все, кто участвует сегодня в праймерис, это достаточно профессиональные люди в своей сфере. Вот. А то, что касается политической составляющей, ну, то, что праймерис идет вот по форме номер один, по открытой форме, это очень хорошо, потому что вот внутрипартийное закрытое голосование, оно, мне кажется, не дает такого положительного эффекта, потому что как бы свои голосуют за своих. А открытая форма, она дает поучаствовать любому кандидату, не только члену «Единой России», но и беспартийному, но в принципе представителю других партий. Я считаю, что должно учитываться мнение всего населения, всех общественных групп, потому что оно не должно быть у нас противоречием. Ведь все мы живем для чего? Для того, чтобы жизнь наша была достойной, да, чтобы каждому жителю Ленинградской области решить все свои проблемы, чтобы мы жили хорошо. Поэтому нужно учитывать мнение всех общественных групп, и партии власти, и оппозиции, и беспартийных. Вот только тогда, не толкаясь в каких-то между собой противоречиях, а идя, скажем так, параллельно и дружно вместе, мы сможем решить все вопросы и реализовать, в общем-то, все идеи, которые сегодня высказаны исполняющим обязанности губернатора и всеми кандидатами, которые участвуют в предварительном голосовании. Вопрос, пожалуйста, скажите, такая форма, как открытый праймерис, что необходимо для того, чтобы эта модель голосования была перенесена на всю страну? Я думаю, что нужно здесь популяризировать ее, учесть, знаете, вот опять же, про то, что я говорил, все категории граждан должны участвовать. То есть, чтобы она была не однобокой, что вот кто-то, те, кто относится к партии власти, участвуют, а чтобы имели доступ все, в том числе, говорю, и оппозиционные партии. Может быть, сделать какой-то такой объединенный праймерис, дать право всем, в том числе и непартийным, и общественным. Но по большому счету, вот в Кингисеппе, я считаю, что это достаточно демократично проходит, думаю, на всех площадках Ленинградской области, потому что участвует и молодое поколение, вы сегодня видели, молодежь туда приходила на избирательные участки, и участвуют и ветераны наши замечательные. Но, тем не менее, я бы хотел, может быть, чтобы участвовали еще и другие партии, ну, как, скажем, не как партия власти, а, может быть, коммунисты, там, Справедливая Россия и так далее. Потому что когда вот участвуют все общественно-политические группы, это и есть некий компромисс, это и есть некий конструктив нашего общества. То есть у нас есть разные видения на одну точку зрения, но мы должны учитывать все категории населения для того, чтобы решить все проблемы, чтобы не было однобокого рассмотрения вопросов. Поэтому праймерис, во-первых, надо отойти от этого слова, оно такое не наше, не русское, да? То есть есть слово «предварительное голосование». Для чего мы его проводим? Для того, чтобы заранее
люди посмотрели на тех, кто идет и кто будет возглавлять регион. Послушали, что они вещают, что они хотят предложить, каким образом они хотят реализовать те или иные вещи. И потом, уже придя осенью на избирательные участки, уже сделав выводы, проголосовать за недостойных. Ведь что там греха таить? В последнее время многие не знают, что выборы-то проводятся. А вот это предварительное голосование, оно дает нам сегодня такую некую рекламу, то есть задуматься и узнать о проводимых выборах. Потому что, когда проходит выбор, многие говорят, мы не голосовали, мы там не ходили. Так, а получается, что потом небольшая часть населения выбирает представителей власти, и потом представитель власти, скажем так, управляет всем населением. Но многие ругаются и говорят, что не выбирали. Вот от этого надо отходить. То есть, как можно больше людей вовлекать именно вот в такие процессы. Только при конструктиве власти и людей, населения, мы можем идти вперед, а не обвинять друг друга в каких-то там недоговоренностях или каких-то взаимных упреков быть не должно. Спасибо. И последний вопрос. Скажите, пожалуйста, что бы вы хотели пожелать тому кандидату, который сегодня по итогам предварительного голосования станет кандидатом на пост губернатора? Пожелать, естественно, только терпения, успехов, гордо держать в своих руках флаг Ленинградской области. Ну и, естественно, учесть все наши предложения, все наши доводы, которые мы излагали на площадках, я имею в виду всех коллег-кандидатов. А мы, естественно, будем ему в этом помогать, реализовывать все программы и вести Ленинградскую область только вперед. Спасибо. Я за женщину голосовал. За женщину? Да. Понятно. Я мне безразлично, ну, женщина, она как-то легче с ней разговаривать, легче. И как можно выразить женщине доверие, больше доверия, чем мужчинам. Губернатор, который будет новый, и какие качества вы видите, что должны быть у губернатора вообще? Какие качества у губернатора должны быть? Он должен быть честный, справедливый, за народ больше, чтобы люди знали, что он действительно за народ. Да, забота о людях – это в первую очередь. Ну, а вот из кандидатов, вот из кандидатов, которые вот сейчас выходят на предварительные выборы от партии, вы кого-то нашли? Ну, от партии мы вот сейчас предварительно заголосовали, конечно. То есть какой-то из выбрали, людей есть, да. есть с этими качествами? Да, да, с этими качествами. Понятно. Да, с этими. Что я сказала, это да, эти качества. Хорошо, спасибо большое. И много можно сказать, но не будем пока, в секрете держим. Скажите, пожалуйста, вот как вы думаете, какой губернатор должен быть? Какие качества у губернатора должны быть? Губернатор должен уважительный, уважать народ и работать за народ. Вы знаете, что сегодня предварительные выборы, праймериз? Да, мы уже проголосовали. Проголосовали, да? Конечно. Ну а как вообще информированность ваша была? Откуда вы узнали, что будут вот эти предварительные выборы? А мне жена сказала. А и где-то объявления были развешаны, нет? Газетки были. Да. В газете время, кладбище было там, 6 человек. Нарисовано их там. И самое главное там, где мы больше не знаем. Понятно. А можете сказать, какими качествами должен обладать губернатор? Вот? Ну как вот Дрозденко. Вот так должен обладать губернатор. Уже его знаем мы. Уже не один год, много лет его знаем. Хороший человек. Он как раз должен на этом месте быть. Понятно. Он и должен, только за него. Приходят люди? Да, у нас уже получается больше 50% явка. Больше 50% явка у нас на сегодня на 5 час дня. Хорошая явка. Хорошая. Мы считаем, что очень хорошая, потому что не на всех участках выборов мы работаем, тоже на выборах такая явка. И там с утра на плыв или на вечер. Мы считаем, что у нас равномерно очень хорошо. Еще у нас не прошли все организации, которые рядом с нами. Но хотелось бы, наверное, за лето, когда у нас дачников очень много, и их не охватить, как-то, наверное, активизироваться всем кандидатам и поработать.
до сентября. Чтобы хорошо. Мы в комиссии сидели и радостно работали. Как вы считаете, все из заявившихся на праймерис достойны быть кандидатами на пост губернатора Ленинградской области? В принципе, тех людей, которых я знаю, возможно, они все и достойны. Но все-таки мы делаем свой выбор, а выбор, он как бы налицо, то есть достойнейший для меня. Есть один человек, который уже давно как бы у нас является губернатором, и всю его работу я вижу, и меня это больше всего устраивает, конечно. Работу других избирателей я, к сожалению, не знаю. Как вы считаете, много жителей Ленинградской области придет на выборы этой осенью? Я думаю, что да. Как правило, у нас на местные выборы приходит, явка не очень большая, а на выборы президента и губернатора, я думаю, что всегда явка очень большая. Люди все-таки в этом плане более ответственные, чем вот к местным властям, более внимательные. Хорошо, спасибо большое. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, такая форма праймерис, когда партия уделяет большое внимание мнению жителей, она правильна, на ваш взгляд? Да. Я думаю, правильно. Вы думаете, что а правильно? А на кого еще обращать внимание? Понятно. И для кого служить? Скажите, пожалуйста, 5 числа вы не были на встрече с кандидатами? Нет. Не были, да? А вообще вот сейчас ознакомились, да, с кандидатами? Да, конечно. Как вы считаете, они все достойны быть кандидатами на пост губернатора? Кто-то больше, кто-то меньше. Это уже мнение каждого жителя, каждого избирающего. Еще вопрос, пожалуйста. Скажите, а какими качествами, навыками, опытом работы, чем должен обладать будущий губернатор Ленинградской области? Ну, вообще-то понимание того, что происходит сейчас у нас. И то, в чем нуждаются люди. Естественно, должны быть какие-то у него связи. Ну вот, примерно так. Скажите, такая форма проведения предварительных выборов, когда партия интересуется мнением жителей, на ваш взгляд, оправдана? Ну, оправдана, конечно. Оправдана, да? Скажите, вы были на встрече с кандидатами 5 июня? Нет, я был в отпуске. В отпуске, да? Ездил, да. Ну, вообще, как вы считаете, те, кто заявил об своем участии в предварительных выборах, они достойны бороться за право кандидата, стать кандидатом? Ну, все достойны в той или иной степени, все достойны. Все достойны, да? Кто-то больше опыта, кто-то меньше опыта. Какими качествами, на ваш взгляд, должен обладать губернатор? Ну, качествами лидера, в первую очередь. Качествами лидера. Коммуникабельность, компетентность. Скажите, пожалуйста, откуда вы узнали о том, что сегодня пройдут предварительные выборы? На работе, гендиректор. На работе, да? Скажите, такая форма проведения предвыборного голосования, когда партия интересуется мнением жителей, на ваш взгляд, оправдана? Да, конечно. Скажите, по вашему мнению, какими качествами, навыками, чертами характера должен обладать губернатор Ленинградской области? Справедливость, честность, мне кажется, самое главное. Как вы считаете, жители области придут осенью на голосование? Какова будет явка? Да. Будет хорошая явка. Ну не 100%, но думаю, нормально будет. Как вообще активность граждан? Здесь вопрос. Хорошо, народ идет. Хорошо, да? Да. Ну а информированность населения вообще как? Информированность, ну, не очень хорошо информирована, честно сказать. А так очень все хорошо, народ идет. Хочу сказать, вот насколько активны вообще граждане вот в этих предварительных выборах? Ну, я считаю, что активность средняя. Угу. Хорошо голосуют вот школы, дошкольные учреждения, много подходит людей, пенсионеры подходят. Угу. Если по возрастной категории брать, то вот именно 70-е год, 60-е, 50-е – основная масса. Все знают, что это предварительные выборы. Многие даже озвучивают, что в сентябре снова придем голосовать. То есть как бы понимают, что это предварительные выборы. Но кто задает вопросы, спрашивает, мы разъясняем, что это предварительные партийные выборы от «Единой России». У них в уставе прописано, в уставе партии «Единая Россия» прописано, что кандидат выдвигается через праймерис. Ну вот по вашему мнению, вообще какими качествами должен обладать вообще губернатор? Вот как вы думаете? Я думаю, ответственным, душой болеть за свой регион, стараться сделать жизнь региона лучше, богаче, думать о населении, ну и плюс вся инфраструктура, конечно, принципиальным в каком-то плане. Какими девушки еще, как вы думаете, качественными?
Тиме, он должен четко понимать, что деньги на регион не валятся с неба, а их надо зарабатывать и строить свою работу таким образом, чтобы как можно больше создавалось... там, я не знаю, производство или еще там что-то, чтобы работал регион, люди будут трудоустроены, будут получать нормальную заработную плату. За счет этого у нас существует социальная сфера, и она будет содержаться на должном уровне. То есть, ну, тут регион, конечно, благоприятный в этом отношении, тем более со строительством порта, поэтому тут только работать, Почему? Мне он когда-то жизнь спас. Ну, мне было 4 года, у меня было 60% ожогов. Вот, ну, он мне деньгами помог. Вот, ну, врачи сказали, что я не выживу. Вот, ну, он выделил большую сумму на лечение, вот, и этим очень помог. Все врачи говорили, что как бы все, девочка уже умрет, а он, несмотря на это, даже выделил большую сумму денег, и вот он спас, что да, я очень благодарна. Понятно. Ну, а как вы думаете, какими качествами должен обладать губернатор вообще? Как сказать, решать проблемы, как бы все вот эти, ну, когда там есть проблемы, нужно помогать, в принципе, вот это все, каким-нибудь семьям помогать, там, ну, например, что даже дороги плохие, нужно как это все организовать, ну, там, детским домам помогать тоже, эти дома разваливаются, как бы тоже нужно как бы это решать все, ну, и финансами, конечно, кому не хватает, это тоже нужно помогать.